Можно еще похлопать. Я вас не вижу. Стадионный коллектив, маленькая попурри. Мы его сыграем в начале, чтобы вы поняли, что происходит, а в конце программы мы его споем уже все вместе. Закрепим. Или закрепим. Yeah!
чувствительность, микрофон еще добавить, потому что рычать-то удобно, а если петь, то будет уже плохо слышно. А в мониторчик барабанный можно вокальчик? Вокальчик. Я у него отсюда бы, если здесь что-то есть из там барабанов, лучше все бы убрать отсюда, потому что очень громко так на сцене. Хуже и хуже, вряд ли наша команда по каким-либо видам спорта будет участвовать. Поэтому мы считаем, что такая песня, как «Олимпиада 80», должна уже просто исполняться ностальгически, в прямом, в переносном смысле. Музыка Давида Тухманова, небольшая зарисовка. Не горит армейский огонь, будет смлящий свет и молодой. Нужно сделать все, чтоб огонь никогда не погас. Солнце стартует в небе, как первый раз. И уже, наверное, в какой? Раз в 15-й Флэмишвайн вас приветствует Бардак Джаз Бэнд и Бенни Мэр. Прошу любить и жалко. Этот яркий день мы надолго запомним с тобой. Будет земля счастливой и молодой. Нужно сделать все, чтоб огонь никогда не погас. Солнце стартует в небе, как в первый раз. Завтра рабочий день, тем не менее вы приперлись. Очень приятно. Следующее произведение рокового направления из репертуара ансамбля «Земляне». Оно называется «Каскадеры». Машинка.
поздравляем. Про любовь. Как правило, Светка Соколова в зале присутствует. Обычно их парочка, но сегодня такой день, всего одна. Мы ее поздравляем с праздником. Играем соответствующую пьесу. Музыка Павла Слободки. Танцуют все. Это медленный танец. Ну да. Ты что, уже дома? Медленно. Давайте все будем петь известную песню. Я думаю, что вы все прекрасно. Если покопаетесь в кулуарах, вспомните. Слова простые, ничего сложного. Я думаю, Александр поддержит. Андрей помнит. Они сейчас заняты другим, но вот споют вместе. Речь идет о фильме «Д'Артаньян». И знаем, какое количество мушкетеров. Там вот сейчас мы... Каналия. Определенная каналия. Лило, 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 лило
не все достаточно выпили, поэтому лило, пускай что-то льется. Выполняйте, если у кого-то что-то. Да. Может, сыграем песню «Лило, лило, лило»? Нет, уже играли. Дима у нас самый молодой участник в коллективе. Он еще участвовал в группе «Манго-манго», если кто-то помнит таких. Диме 67... Космонавты не взяли, а? 60-70. Космонавты не взяли. Поэтому мы споем песню. Она называется «Pretty Young Girl in My Mind». Вот. Это из репертуара ансамбля «Плохие голубые мальчики». Здесь мы будем петь не то, что есть «Sixteen», а что есть «Sixteen» уже. Что, собственно... Мне посвящается. Да, посвящается Диме. Дима там будет солировать, у него будет кусочек маленький, очень трогательный. Он будет переживать о ситуации сложившейся. Можем начинать. Это как Modern Talking, только Bad Boys Blue, то же самое. Ну вот, и вот оттуда это идет все. 22 апреля очередная годовщина была, и поэтому мы не можем пройти мимо Лениниани, и известное произведение, посвященное вот этому человеку. Немножечко другая аранжировка, но я думаю, что суть вы прочувствуете. Если кто не знает, молодые присутствуют здесь, спросите у пожилых. Кто этот человек, Владимир Ильич? Травою, люди, я на своих атак.
песнь. Ваши концы, вы поверьте, нам отцы. Будут новые победы, будут старые концы. Все! И вновь продолжается бой. Перемещаемся в 90-е годы. Это отличная эпоха была. Очень много плохих песен. Даже в то время казалось, что хуже уже и быть не может. Но оказалось, что это только начало. Но нет тебе. Мы исполним песню из репертуара группы «Комбинация». Рассказывает о профессии, которая в те годы стала очень важной. До сих пор она важная. И мы будем говорить о бухгалтерии. Наверное, каждая хорошая, уважающая фирма понимает, что это очень важно. Проблема актуальная, непростая. Роль бухгалтера до сих пор очень важна, поэтому я прошу вас отнестись максимально серьезно к этому произведению. Да. Yeah.
девочка, ночь меня называет. В город любви ты приглашает. Нежно прошу, меня обнимает. Baby tonight. Наш baby tonight. Больше с другим ты не гуляет. Не говори никогда мне прощай. Я ж baby tonight. Baby tonight. Я baby tonight. Девочка ночь меня называет. В город любви приглашает. Нежно прошу, меня обнимай. Baby tonight. Я baby tonight. Больше с другими ты не гуляй. Не говори, когда мне прощай. Я ж baby. Люди все время ждут, что же дальше будет, я понимаю. Право, право не будешь. Да? Да. Сейчас у нас будет солировать наш повар Бугар. Бугар готов? Музыка Дарина Тухманова, слова Михаила Ножкина. Я его недавно, кстати, у метро «Аэропорт» встретил. Дай Бог здоровья обоим авторам. Я всегда бы стоял.
Приехал в Советский Союз и попал в лапы Калабельды. Здесь присутствует внучатый племянник Калабельды Андрей Куплингов. У него есть майка. Майка с Калабельды. Если кто-то плохо помнит, как выглядят бельды, весь Калада мы помним, а бельды. Андрей, можно встать и показать бельды. Покажи, Андрюш, бельды. Это эта часть, а там бельды не видят. Покажи бельды. Калай это да, это бельды. Покажи всем бельды свои. Покажи, Андрей, вот. Вот это бельды. Они помнят. Вот. А Фрик Симон, он был такой темнокожий, он был совсем не бельды. Он был противоположнее. Николай не двора. Николай не бельды, не двора. Вот. И он приехал к бельды. То есть он приехал сюда, а его бельды забрал в тундру. Вот об этом произведение. Ну, а Амару с Кукарелой, внимание! Ша-а-а!
Я знаю, что здесь присутствует много поклонников тяжелой музыки. Есть такие. Ну и, конечно же, поклонники этой самой тяжелой музыки, они знают группу Black Sabbath. И мы сейчас исполним произведение, с чего, собственно говоря, началась творческая деятельность этого коллектива. Он так называется Black Sabbath, 70-го года создания. Поэтому я надеюсь, что вы частично подпоете. Раскаленное лето и рыжая солнце.
Песня «Красной шапочки». А дальше у нас будет специально приглашенный гость, бас-гитарист Андрей. Мы уже перед скоем тобой в более угарной программе. Песня «Красные достаточно шапочки». Я играю на гармошке, я играю на гармошке, я играю на гармошке, а у продолжек на виду. Сорвите день рождения, сорвите день рождения, сорвите день рождения, только на году. Сейчас небольшой флешмоб. Завсегдатаи наших концертов помнят про это произведение. Чтобы вы... телефоны. Чтобы... телефоны, да. Ну, флешмоб. Все будут снимать, да. Приготовили телефоны все. Нам надо разделиться на голоса. Четыре группы, значит, господа. Первая группа. Вот это те, вот та мощная команда. Я чувствую, это наши прям вот... Они понимают, что происходит. Да. Нет, это вот вторая секция. Вот это вот до балкона. На балконе, которая за окошком. Да, за окошком. Ребят, ну вам кричать будет несложно, но надо громко. Потому что надо, чтобы это сюда прилетело. Вы далеко. Вам надо будет крикнуть ба! По сигналу. Ба! Репетируем. Давайте репетируем по сигналу. Ба! Нет, женщина не кричит, я так не играю. Она тоже должна. Она там главный ценитель и молчит. Давайте еще раз. И. Вот, вполне достойно. Четче надо, четче. Вот у вас, господа, очень сложное и ответственное. Значит, всем вместе надо крикнуть по сигналу «Бушкаря!». Запомнили? «Бушкаря!». Тричка! По сигналу! Дима, видите, как переживает? По сигналу, запах «Бушкаря!». И... «Бушкаря!». Плохо кричим, мощнее. Смотрите, там галерка, они еле черти где, а вас тут больше. Давайте, и... Бушкаря! Вот этот сектор вот здесь ближний. Значит, у вас надо крикнуть «Пешкамзде!». Это, ребят, самое ответственное, сложное, но сможем, нет, сможем. Ничего сложного. По сигналу крикнул «Пешкамзде!». «Пешкамзде!». «Пешкамзде». Вот Ира, Ира ответственная за сектор. Может записать? Ира ответственная за сектор. Внимание, ба! Это я их проверяю, они спят. По сигналу надо орать, ба, вы спите, что, ну что это? Я проверяю. Значит, ребят, «Пешкамзде», запомнили? «Пешкамзде», по сигналу, дайте пробуем. «Пешкамзде». Саша тоже ответственный, и Саша, Ира ответственный за сектор. И здесь очень немного народа, но это важно. Ребят, кто может сюда подсоберить, тут финал надо заорать «Тушкой» по сигналу. «Тушкой», понятно приблизительно? «Тушкой». Итак, проверяем. Ура!
хорошо. Видишь, как где? Очень хорошо. Реакция есть. А Ира не сработала, и Саша даже. Еще раз, значит, Дишкамзде, у вас сложно, мы знаем. Дишкамзде, дай пробовать. Дишкамзде! Ну, ребята, вы, я в вас верил. Бушкаря! Бушкаря, мужчина, бушкаря, что слышно? Бушкаря. Ну, и? Душкой! Не душкой, а душкой, ровно. Душкой! Тогда все у нас получится. Поехали. Внимание, это ответственно. Если не получится, будем пока не получится делать долго. Ё-моё, домой не уедем. Да, и домой не уедем, поэтому надо сразу все получить. Поем «Ва-па-пару, па-па-па-фурара». Ну, в общем, что-то такого плана. Да. «Ва-па-пару, па-па-фурара». Поехали. Да, да. I was completely wasting all the work in town. Gone is no risk, no frustrated, cause I drift from town to town. Feel I thought nobody cares, I live or die. Feel I thought nobody cares, to put some action in my life. Break it up, break it up. Break it up, break it up. Break it up. Going for a golden.
надо не доигрывать. Надо балансировать. Роковая страничка, исполняем Рамштайн. Рамштайн. Давай не будем. Надо. Не будем. Рамштайн. Давай. Нет. Поехали. Вот женщина абсолютно правильно пошла. Пропять слава. Значит, Ирина Аллегрова, это самое мерзкое произведение, но вы все его будете петь. В этом проблема русского народа. Это драма тяжелейшая.
И ничего невозможно с этим сделать. Это, страшно лейтенант. Да, это лютая параша, но никак, ничего. Я яблоки сейчас, я спою яблоки, все. Я помню. Антоновка или этот Джонатан? Ну какой сорт-то? Сорт какой? Ранетки. Голубой налет. Я понял, хорошо, все будет. Я просто какие конкретно? Конкретно хотел бы сказать, какие яблоки? Арбуз. Весы спросят меня, где взяла? Где взяла? Я такого мальчишку сладкого. Я отвечу, что украла. Как чужую машину детку я украла у всех на виду. Так открыто, что ни за что тебя не верну. Не верну тебя, бывшей владельце. Я ждала тебя, так ждала. Ты был лишь твою моей фронтальной. Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального? Я ждала тебя, так ждала. Ты был лишь твою моей фронтальной. А другие пусть тормозят и догнать меня не стараются. Не вернется уже назад, но хоть раз со мной догадается. Я ждала тебя, так ждала. Ты был лишь той моей хрустальной. Угнала тебя, угнала. Ну и что же мне тут? Я не могу.
репертуара Александра Серова. Душераздирающая пьеса. Начинаем с группы Space, кто помнит, почувствует разницу. И... Давайте. Считай, я не готов. Зараза обесценилась, заразы стало очень много, но она держит, ничего не попишешь. Давайте это учитывать, даже несмотря на конец 80-х годов и ансамбль «Мираж». «Мираж». «Миллиметраж». «Миллиметраж», есть мнение, что... Второй раз встали. Сейчас мы подальше поставим, чтобы... «Миллиметраж». Можете, я понимаю, что вы все устали, завтра рабочий день, но можно немножечко здесь, так сказать, размять чресла. Нас не разлучат, нет. Мы тогда, мы стали,
One Break My Heart из репертуара Тони, Тони! Тони Брэкстон. А Брэкстон? Лучше! 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 Луч
мне весело шагать. Спасибо.